Наш следующий сюжет о человеке, который с самого начала специальной военной операции мечтал оказаться в гуще событий, помогать раненым бойцам, чем только возможно. И вот после заключения контракта желание Асият Тахчуковой сбылось. Сегодня в Узджугутинском отделении защитников Отечества со специалистом медицинского профиля встретился наш корреспондент Артур Мхце. Есть такое призвание помогать людям. Асият Тахчукова с детства мечтала стать врачом. Поступила в республиканский колледж, затем работала медицинской сестрой в Узджугутинской поликлинике, позже в учреждениях, где лечили ковидных больных, а в последние годы в региональной психиатрической больнице. С начала специальной военной операции на семейном совете оба супруга заявили желание отправиться на Донбасс, отстаивать интересы России. И, короче, мы с ним сидим и говорим, кто из нас первее поедет. Решили мы вдвоем. Ну, так как оставить детей никому. Он говорит, давай я первее. Я говорю, нет, я тебя не отпущу. Нет. Он, короче, ну, не стал меня осведомлять. Пришел в этот военкомат, сам добровольно в отряд, добровольческий отряд ПАРС записался. И 10 марта он уже был в зоне СВО. Муж, бывший полицейский, участвует в спецоперации с первых дней. Сейчас также находится на новых российских территориях, выполняя поставленные руководством задачи. Сама Асият имеет за плечами большой опыт по спасению больных людей. Поэтому для нее поездка в военный госпиталь, можно сказать, жизненная необходимость. Мне медицина очень вообще с детства нравилась. Быть медицинской сестрой, быть полезным. И во время ковида я работала в ковидных госпиталях, сама добровольно первая тоже пошла. И сейчас, вот с первых дней СВО, я просто хочу побывать там, парням помочь, тем, что я знаю, умением своим. Хочу быть полезной для нашей страны. Поддержали решение клинического психолога и близкие, которые понимают важность тех задач, которые стоят перед военными и медиками в зоне проведения спецоперации. Нет сомнений, что профессиональные знания Асият Тахчуковой там точно будут востребованы. Артур Мхце, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Уджугута.